Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Карпинская, студия «Новое планетарное телевидение». Вот здесь, в этот сад, ну, конечно, плохо видно, вот как тут увидеть. Эх, прилетает птичка, вот она, птичка. Она называется кингфишер или голубая птица. Птичка, синяя птичка, красавица такая, невероятная. Вот она тут сидит, ее, конечно, не очень видно, приблизиться к ней очень трудно. Она не подпускает к себе никого. Ну вот она. Смотрите, какая красивая. Если бы еще вот немножечко ближе она подпустила к себе. Так вот. Ну. Сейчас прямо, ну где тут у нас этот... Не видно, конечно. Да, вот этот кончик. Вот она сидит, да? Это она? Она, наверное, такая красивая. Блин. А вот. Вот она, красавица. Кингфишер. Но она с одной стороны... О, она повернулась. Сюда. Умничка, какая красивая, какая умница. Вот она, голубая птица, видите? Птица счастья. Кингфишер называется. У нее голубые крылышки. И там у нее коричневый цвет. Есть большой длинный клюв, чтобы ловить рыбку. Такая красавица вот существует. Вот как бы ее приблизить еще ближе. Вот. Видите, она вообще не подпускает к себе никогда. Ну вот она.